В районе центрального рынка торговля овощами, арбузами и дынями идет круглый год. Продукция с теплиц и полей пользуется спросом всегда. Но сейчас начался сезон заготовок. Это значит, что овощи и фрукты достигли своей минимальной цены. Этот период опытные люди всегда используют для заготовок на зиму. Налетай подешевел, огурцы по 60, помидоры по 130. Это значит, что пора делать заготовки на зиму. Но городские власти обещают цены сделать еще дешевле на сельскохозяйственных ярмарках, которые стартуют уже в эти выходные. По просьбе жителей города Уральск и по поручению руководства области в настоящее время планируется проведение сезонных ярмарок по реализации сезонной продукции, именно овощеблощевых продукций, который будет проходить по улице Ихсанова каждую субботу августа, начиная с 11 августа, 11, 18, 25 августа. Приглашены районные сельхозпроизводители, а именно пригородные, это Теректинский, Зеленский район, и самого города тоже производители, а также Акжаикского и Кирово-Чепинского районов. Цены на сезонные овощи и фрукты снизились по всему Казахстану. К тому же на пригородных землях действуют десятки тысяч дач. Садоводы и огородники не только обеспечивают себя, но и население, реализуя излишки на рынках. Жил нормально, 130 помидорчики. Нормально. Думаем, что снижается цена. Будете изготовки делать? Или? Конечно, будем. Как без них? Заготавливаем все потихоньку. Вон, покупаем для заготовки. Хорошо. Все нормально. Но все же продавцы не спешат снижать цены на свой товар. Вырастить продукцию в поле очень тяжело. К тому же фермерские хозяйства всегда испытывают дефицит в рабочих руках. Ниже лучше, конечно. И люди больше берут, и заготовки делают. Сейчас что уже, откуда ваши? Серебряково с поля. Все местное. Тяжело достается, как говорится, эти помидоры? Конечно, кому легко? Конечно, тяжело. Вырастить это нелегко. Это весь труд мы тоже прошли. На овощеблощевых ярмарках обещают цены ниже рыночных на 15-20%. Роман Капняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабрев, ТДК-42.